меньший интерес зрителей наряду со звездами вызвали другие уникальные участники показа. Две хаски. Мой выход где-то минуты через 2-3. С собакой? С собакой. Я выхожу с собакой, с огромной собакой. Ты собак не боишь? Я в цирке пантеры тренировал, так что я нормально с собаками. Собаки с трудом поддерживали спокойный имидж, ведь животные участвовали в дефиле при огромном стечении зрителей впервые. Я подходил, отулыбался. Два выхода хороших, красивых, собак, и самое главное, все удалось. До сих пор рука сосиской пахнет, потому что я сосиску держал в этой руке. Если она проканется, что сразу дать сосиску.